Руки кто забрал? Дело. Все, понял. У меня последний кусок вроде. ГЦ Матиола. Ну, давай, танки. Болезни? Да нет. Пока нет, да? Паразиты. Там паразиты. Я думал, мы тело уже давно. Фулфич, да, пипец. Тогда град. Матиола, ты фул пипять, да? О, хорош. Наконец-то на рестеров Т5 в четырех кусках посмотрим, да? Подожди еще полгодика про товарос. Полгодика? Да я говорю, вот, у меня 7 инспект. День про товар. Я себе скоро у меня спек. А ты фу уже? Ну почти фу. Мне осталось пару шмоток. Что за шмотки? Вот не скажу. Скиллер. А нахуй мне эти, мне дар минус. На этом КД везет с мобами, да? Все прочитали. Все бежим к Ваде. Что случилось? Надо найти, кто болезни раскидывает. Мне все равно на устрицу. Написал, я сейчас курну и всех накажу, типа. Я написал, кто меня убьет дебафом, того накажу. Прям бы все услышали, все вижу. Я хуликов хочу поиграть еще. Герам что-то не нравится, как и 5 мне. А чё, лужа же имбовая? Ну, надо без урона писать. А, они дебаф вот эти сделали. Настакивать, да, много не нужно, но они быстро КДшка проходит. Нужно постоянно это поддерживать и больше по мане садишься. Лужа! Товара это не остановит. Где моя тиршишка? Ну, Полина, чтобы вы тоже так сделали. Типа, быстрее разгоняешься, но нити марака на тебе всего 30 секунд вместе. Я знаю, что я привыкну, но сейчас это отвратительно. Очень. Лучше бы 10 стаков тогда оставили. Ну, предложи, напиши в этот, на форуме. Кстати, почему-то стаки до сих пор 45 секунд. Вы набираются быстрее? Ну, 3 стака также, но почему-то не срезали вот эту длительность. Также 45 секунд. Ну, я не зарубил тем. Потому что кэш я все почистил. 60%, а должно давать, по идее, сколько? Неликс, ты чё, все считать не научился? Я не могу понять. Ну, ты чё, не можешь? Расчётами, ты не математик. Игорь, разница 1%. Просто поверь на слово людям и все. 1%. Я вот если в чем-то не силен, я даже париться не буду. Неликса 4 куска нету, поэтому понимает. Просто играй, наслаждайся. Это тот же хрен, только в левой руке. Это как в рекламе, да? С фиксом левая палочка, правая. С одной ручкой правой. Да, из руки в руку перекладываешь, и ничего не меняется. С щитом в левой. И имя ему про товар.
Мне кажется, уже пора блокбастер снимать какой-нибудь про товар. Типа, что эти Дэдпулы, там, Супермены всякие. Ну, тут уже вон стишки пишут, рэп пишут всякие, скоро начнем клипы снимать. А это что за сугубо? Я на коне посмотрю. Шишка 5 штук. Заседалась, да? Это что им будет, да? Нет, короче, Лёха, я понял. Лёха не дал ГП за то, что они умерли на слепце. А, это на слепце? Без армии дали. Во время вихря пошли, вы ещё удивляетесь. Что он Лёха дали? Сидит там, кинчик смотрит и раздаёт. Давайте. Подожди, двоих не надо сразу. Ну там по мне, конечно, 3 секунды прохила не было, ну ладно. Рейнс. Там слишком много людей просело, поэтому кто-то должен был умереть. Ну вот кто-то должен был умереть, и вот так случилось с рандомом, то что умер я. Случился это ГП. Да, и получил за это вот стечение ГП. Теперь Мозер заберет чешку, не я. Ну это вообще, кстати, нечестно. Можно, не надо? Ну, надо подставить Мозера теперь. И как бы все устаканится. Чего? А, конечно, заберешь. Ты, короче, конь берешь, на него напуливаешь, чтобы он умер. Ему ГП. Изи, да? Да я-то хант. Мне наоборот в кайф, когда он меня напуливал. Где Вага? Надо его дебафа убить. Не-не, Вага, у конечно больше. Ой, я его вижу. Не, у меня приор был больше, Вага. У меня же тоже был нулевой. У вас болезнь, ребята. Как вам сказать правильно? Вага жив, я умер. А, нет, все-таки умер. Выставите рейндж. Лужа. Кидал крылья в раздаваку, он умер. Ну, раздавака, по-моему, тоже хотел Вагу убить очень сильно. Пришлось Шамаголу закинуть. Мы тут Клад, вернись, пожалуйста. Да я лужу раздуваю. Лужа, смотрите. Вы убиваете человека, который может вам ГП дать. Что, с ума сошли? Бесстрашные. Полутай да вот мне... этого большого. Вот этого, ага. Ребята, штаны Т5 кому-то нужны? На мейнспек, вар, крист, друль. Да, на офспек. Да, ну нажмите, чё вы. Раздавака. Меня там не было вообще. Там лежало 2 орка, так что не надо мне тут. Меня не было видно там. За орду всего 2 орка у нас играют. Да не было там моего трупа, там лежало 2 орка. Ну что ты рассказываешь? Мандрозавр, давай быстрее надевайся, будешь топовым фуриком. Я фуриком не буду. Не, на самом деле я лежала под вами. Опять Рейнс, возьмите. Бля, Торус, куда ты меня суманул? Ты шо? Бля, суманите меня уже. Который раз пишу.
Да тут бой. Болезнь приеду скачет. Монстр вовремя, да? Пиздец, блядь, пришел прям в зеленую хрень. А чё бить не надо? Т5? Мне не нравится Т5, и я расстроена. Ему, наверное, этот надо, секстант. Секстант я бы забрал. А на мейн кому-то Т5 надо, воровская? Рейд. Это уже спрашивали. На... Плюсните, кто на оффу рулит. Сила, я на оффу точно. Для зала. Силе надо два куска Т5, по-любому, хоть чё? Какие-нибудь. А Медозавр на мейн спек забирает. Так меня не закидывают что-то. Может откроем фонд, благотворительный фонд про товара, нет? Жужжин, я на шамана возьму. Да, Кирс, подвинься. Чемпионист тут? Да. Мне кажется, там Сова и Обрил стоят друг другу. Сова, это Жужжин. Понял. Как же плащ, Кирс? Да хрен с ним, не падает. Секстант возьму. Секстант. Кирс, так у тебя вроде бисовый тренеж, нет? Рога. Я чехугер на сексант поменяю. Поменяю шею, один брюль перебью с меткости на СПД. Мне профит больше. Ну, по крайней мере, я так думаю. Хорошо, я на успех его взяла. А ведь отговаривали. Чего? Уступил бы бездне, ШП и так не дамажит. Сексант. Грипп, отстань. Да, там все, топовое все. Тренинг, не знаю. Вага, Липор, ДД, бисец. Я просто примерно понял, почему ее считают лучше, куда чем Чехугер. Вот. Только куда потому, что можно багруху поменять на шею с меткостью. У нас 50 минут. На хилы без маны. Дайте ассиста по суману. ДК, на ком будет сидеть? Мне можно тоже на замену. Ну ДК надо на эту, на нагу садить, наверное. У него же ЛПшки там, агро, все дела или что. А ты пожирнее, ты поддержишь босса, ханта. Вон Кирса спекайте. Суманить. Пятая пальца силы плюс мос. Карина, вот если ты тут, то да. Вот там ковыт на шамане. Ковыт на больше, деташку на одному вытягивай. ДК, смотри. Кто-то вынести еще. Рока, резист! Ребята, ну кто на замене, давайте быстрее, шустрее. Тэп-аут. Блэк, смотри, вот череп. Когда я пульну, череп вытянешь и отведешь в череп. Вон метка 3D-шная стоит. После того, как череп зальют, заберешь с меня крестик и туда же отведешь. Бля, шкаф. Шкаф стоит, ты чё? Кискорная мосса суманить надо. Блэк. А, саппорт есть, все. Сейчас я тут. А, нет, Заря. Хупал, нет. Хупал. Я сумоню, сумонию. А я хупал и сумонил. Не, не принял. Да не, принимаю, не пускай. Прости, ты извините. Выйди. Выйти, да? Да, да. Вон телепорт. Отходил, ага. Слева, слева. Вон, на выход беги, к выходу. Розария, скажу, когда принять. Угу. Боже, у нас еще трэш. Он уже не работает. Ябаный в рот, дайте ему портал. Да ладно, я камень нажму. Пошли трэш чистить. Розария, принимай. Угу.
Блин, напишите Карине, что у меня мут в чате, я ей ответить не могу. Она на ханте. Она в Дискорде тебя слышит. Она говорит, у нее Дискорд этот не работает. Че у нас? Пианист? Хочешь? Можно не надо ГП за то, что меня продали? Да, да. Ну... А ты вот на вихрь юзаешь это ускользание? Войт, ну чё ты начинаешь? Ну куда ты, а? Чё? Ускользание, да. Оно там 50% уже, да? Да, да. Еще не вечер. Повезло. Все равно попадает, знаете. Еще не вечер, возможно. Ты больше. Так а за что вот эти ГП? За то, что ты хряздал. Че ты на вихре под боссом? Чтобы давать ДПС. Ну так все делают. Боже, мне дайте за него. Вары вроде только могут. Чуть-чуть. Свой страх и риск это все делают. С коридора трэш идет. Что там за сова покажет? Возле рыбы. Жужинка? То есть во время вихря надо от него как можно подальше убежать. И неважно, если ты будешь на 23-й позиции по ДПС. Ну да, как бы босс-то простой. По идее так. Ну, по нормальной тактике. Ну, по идее это так, но... Нет. Короче, сдохнуть на вихре и лежать, и быть на последней. Нет, просто всегда прохиливалось это, а сейчас не прохиливалось. А чё, у нас 5% крита нет? Кого сына нести? В смысле, у нас... А, Моссер Дру, да. Что за шляпа? Как допустить? Станьте кучнее, сейчас трэш прилетит. А эти парни кливают, по-моему, да? Редвара в рейд обратно. Он бегут. Че нам два армса? Офигенно давать АОЕ, когда трэш идет, подходит. Дайте Редвара в рейд обратно. Да тут два маг. Он гриба убирайте. Меня можете убрать. Кирс. А Кирс убивает. А вас я попрошу остаться. Ты мне не нравится такая. А те его в смысле сломали, и оно по-другому сейчас работает или всегда так? По-другому немного, просто не привыкнуть. В смысле, а что не так работает? Ну-ка. Сначала они сломали лужу на неюзеру. Я написала тикет, починили. Теперь вот эти стаки, которые настаканы 5 штук, они очень быстро тикают, и они быстро пропадают. И их нужно поддерживать. Мне не нравится килить только по таргету, это жуть просто. Я не холи паладин. Я понял. А я тебе говорил, не пиши. Они обычно, когда чинят, наоборот, все ломают. Вага, чё ты там? Дайте фурика в рейд, алло. Ну. Всё, говорит, поехали, чё? Протики выпить? Вы бы хоть хилов распределили, что ли? Вы что делаете? Так готовность провели, все готовы. Вы серьезно?
сказали поехать. Вот и выпить. Смерть без сопрота — это ГП, парни. Ну и фильте там, а я пойду речь. Крип без сопрота. С каких пор у нее исцеление не сбивает? Вроде сбивается. Шамагула, у меня два там коста, три коста, три проба. Крест забирай. Вот ты где? Наверху? Шамана. Вот, шаман сильно бьет, нет? Кават, ты чё, пранкер? Капец, задрал откидывать. Пацаны, вы не поверите, знаете, я кого нашел? Гидромеду, гидромедра нашел. Это же этот какого, блядь? Да, да, он сам. Он теперь за Орду сидит, знаешь, в каком гильдии? Где? Легион Анфер называется. А раса у него какая? Нежить. Считай вагон. 278. Все на шамана поехали. Можете сказать спасибо двух шаманам, которые войдут. Когда я это должен делать, готов? На обычку вроде РЛ не нужен. Я тоже не тогда, тоже... когда люди не знают тактик на боссе. Не, чувак просто РЧ подтвердил, значит все заебись. Просто некоторые боятся то, что типа если не приму ГП, дадут за АФК. Да, Вага, вон Розария в пятой пати. Что? Не, ничего. Кават точно пранкер сегодня. У меня сегодня настроение хорошее. Почаще бы так. Не каждый день квартиры покупаешь. Вага не знал, что у нас ТП есть. Ну, снова съедем. Дайте мне выше Салиману. Гимна ману или нет? Пока еще 2 секунды еще. Жалко, что ману. Раздавака, ну ты даешь. Что случилось? Он знает. Сердце ёкнуло.
Раздавака, ты топчик. 27500. Раздавака, по жопе получишь, понял? Раздавака, по жопе получишь сейчас. Ну, два раза с того света вытащили, а то было бы там 29-27. Штаны не нужны там. Есть. Тут много целей, раздевака из-за этого. Пятки, давайте, у нас 35. Успеем, успеем. Я бы, кстати, потестил ее на своего ДК. ХЗ. Ну, в составе с той трини, конечно. Которая. Ну, стой, тут встань, что я потихоньку трэжу буду сюда. Леха, ты тут? Пианист. Да, здесь. Триня, Вага горит у ДК, у киллера нет 7к ЕП. Триня танковская выпала, даем. Которая с этого, с совета падает. Ну, а это, блядь. Вторая, которая из сета на броню. Три. На мейн спек, его спек никому не надо. Вага, слышал? Лёх, ты что там, уборку дома делаешь? Да не то, что уборку. Дай Кэл Вага, чё. Блин, да отдай Вага, чё ты, отдай ему, конечно. Кто на меня напудал, алло. Знаете. Конь. Нет. Не-не-не. Чё не на... На трэше надо. Чё не на меня побежали? Это все Вибу. Блядь. Мозер, а ты чё, на совете умер или чё? Нет, чё? Что ты про... На 2к ДПС меньше просто, вроде да ты со мной куда? Нерва нету. Да там пиздюк этот шаман с твоей клинцой, блядь. Что на ШП, что на ханте бесит меня этот пиздец. Ну это тотем очищения. Он мои эти снимает укусы.
понял? Чё, Могер? Я говорю, что тотем ставит клинцу. Мои эти дотки снимают. А, понял. Что на ШП, что на ханте, блять, это бучий босс всегда. За ШП, когда играешь, он эту чуму снимает, а за этого, за ханта уку. Что я ГКД теряешь, перевешу. А чё только 10 человек, блядь? Мы же 4 минуты этот трасс сделаем. Скажи спасибо Дизурону, что ты толстый трэш сделал. Давайте посмотрим, кто бьет, а кто нет. Опа! Гриб, барыга, 2к ДПС. Опа, такой сон. Жужин бьет? Опа. Жужа, да, 9к, как и я. 2 ляма. Давайте посмотрим, кто дал 100 таунтов в трэш. Опа, раздавай. У меня манна кончилась, пока бы этот трэш бил. Про товары не кончается манна на таунт. Её нет, он слишком глупый для неё. Он ЖВ случайно дал. Сука. Помогу. Случайно, прикинь, ЖВ нажал. Хватит конечно убивать, вы чего прикалываетесь? Вы на каждом трэше, на каждом боссе. Коня, тебе каждый день не твой день или что? Это последний трэш, да? Нет. К сожалению. Блядь. Ярость про товара. Нажми мастал. Блин, я не знаю, дайте гимноману, что ли. Ты просто водный щит подруби и подбеги в мелизон, у тебя кливом ману отреги. Ага, и пол лица, да, еще за мной? Ну я не знаю так. Дэл, а у тебя остался ДПС на коне? С этого, что ли? Совета? Скорость. А! Плетение. Сейчас, да. Ты бей по таргету, у кого мало хп. Бля. Ну ладно. А, блять, у нас Афурика нет. Сейчас пек. Или надо на босса это. Трэш, может, тут ворон. Слышь, Дэл, у нас Афурика нет. Я понял, понял. Хера вам Фурик, блядь. 5%. Да. Вот, куда-то нету там никого. А, да. Блять, как будто решит эти 5%. Ману. Дайте ману попить, не пульте. А некого пульте. Рыбу поставим. Все, весь трэш, да, был? Сумоньте Редвара. Кирс, ты какой-то этот... Поглот Линка, ну вообще, опустил меня ниже всех. Где ты его взял? А у меня этот, без этого, без Т5. Мне подкорректированный мой адмиралом, там всегда... Я просто адмираловский не хочу ставить, потому что мне во всякая эта фигня добавленная лишь... ДК на боссе, воет коват на трэше. Не учитывается. Но он как говорит, когда мы порознь с ним, он корректно работает. Когда мы вместе, он криво работает, типа. Каску, да. Что-то ты, Серега... У нас, короче, конфликт интересов происходит.
Ты не то линканул, Серега. Касочку ребафнуть. Блэк, череп, видишь? Столб. Вот тогда. В коридоре. Только на ходу ЛПшками его собирают, а тут некоторые бить начинают. Пизды некоторые. Так, чё, тут сапрот пьём, нет? Давайте уже. Да хорош, какой сапрот? Ну, чё там? Гоу-гоу. Блин, какой босс? Сапрот? Потом это... С прошлого босса должен был остаться. Кстати, да. А я не пил вообще ничего еще. Лучше выпью. Види, 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 види. Умирает, он у меня живой еще. Все живые, да. А у тебя он что, умер? Он либо очень далеко, либо умер-то. У него рядом под ногами тут это пусит. Последнюю пачку вот забираю и веду. Зачем я подхожу вообще к этому боссу? Ну, сейчас ты не полетела, я слышал. Третий раз. Поль, с пяти четыре раза. Хорошо, ребят, а Анкил сейчас умер? Да. Трэш сорвал. Да я проверяю. Готова, дырявый курс. Смотри, опять. Слово дырявое, это как-то мягко сказано. Я в прошлый раз 5 раз летал, нормально. 7 из 8. Вы грешите, наверное, по ночам, нет? У меня 15 стаков. А ты 5 набралось за все. Развернись, он потрашен. Да. Я вас подменю пока. Так, не это, не бей их сейчас. Дам мостам, приведу к вопросу. Происходит. Что-то ладно, плохо. Дичь какая-то.
можно раздала поставить в пати к танку? Ты ему поможешь? Ну иногда да. Шарики полетели, ревностный ушел. Да, он прыгает. Не очкуй, с тобой великий протопал. Ой, протовар, блядь. Величайший в мире, если чё. Шарик, шарик. Амбициями. Диспольте сразу. Диспольте сразу. Хила, протовара. Алло. Они за ПТВ могут цепляться, я тут не перебью. Да все, три ляма, короче, даю ШВ. Просто в пункт по боссу. Изи. Сейчас. Даю гимну, идем курить. 9 из 14. Ты слышал, что босс сказал? Меня одолеть может только братовар. 9 из 14. Я по скаде смотрю, у меня нахилено 146, 1.46. У Полины 1.45. У Розарии 1.40. Прям ровненько. Я чё пока... раздала какую-то хуйню дал? 35. Я по КД летала. Там, блин, из 15 полетов 9 раз. Я не считала, сколько я летала. Ну, через один точно. Я ради интереса всегда считаю, когда начинается вот это. Я вот знаю, что сейчас танки чуть не упали, когда я летала. Что лага не домашняя? Дайте хождение. Где ты? ДКшка. До меня сегодня какой-то прист домахался. А чё ты, говорит, как лох ходишь без аркуса? Ты же, говорит, вроде в нормальной гильдии. Тиренаска, типа, это отстой для холик. Ну... Колики же разные бывают. Я вот, например... Там же, говорит, дух, он манну регенит. Я говорю, у меня нет проблем с манной. Я в разных спеках играл колика. Хотя не, я еще пижу. Я собрал, короче... Да не критично холику, в вот принципе. У тебя да так хосты? Же, как и ДЦ, грубо говоря. Сколько хосты МП5, скажи? Холики сейчас. Максимум 715 у меня может быть. Это хоста, да? Да. А МП5 сколько? Минимум 500. Ну, МП5 сколько? Показывай. А у меня мало МП5, у меня там... Кольцо с МП5 и то... Ну сколько, наверное, вот открываешь, ну, этого персонажа, и там восполнение, ну, мало сейчас сколько. Сейчас посмотрю, подожди. И чё стали, это вам 15 минут осталось. Кават, давай. Какой Кават? Вне боя 1470, в бою 857. Протовар дохнет. Ты какой... Чё ты там делаешь? Нахуя ты их сагрил? А кого надо было агрить? Ты чё? Ты в другую сторону пошёл. В другую сторону. Ворон крюка не слабал. Ты на перекрестке типа заднюю врубил, да, и погнал. Это просто про товар. Ему говорят, надо идти налево, он на пульте на него, пожалуйста, на пульте. Убейте его, да. Я помогал тебе как мог. Это мы также в Зуламан как-то ходили. Не помню. Кто-то из палов у нас был так же. Говорит, налево спрыгивает, он берет, направо бежит. Минус один. Я не видел. Я просто по сторонам посмотрел, вижу трэш. Чем мы, говорит, стоим? Я чаржусь просто. Даю шива. Я на БГ такой же тактики использую. Моя протовар, моя чарж. Чарж ШВ покинуть. Да, он линкомит ДПС в босс. Чего? ДПС в босса линкомит. А у нас тут? Да, тут. Надо, блин. Чекай, воронка будет. Нет воронки, давай иди пуль. Уйди, не воронка. Давай с другой стороны. У нас 15 минут, ребятушки. Да гидросы за вами, мы из... Чё, ты похитил?
Летай. Че это у вас сразу? Смотри, грибаня как нахерачит. Наконец-то три не пользоваться научился, да? Точно. На Уфе прикол, помню, вот БК ходили. И, короче, танк пишет, готовые, кстати, тоже вар был. Вот. Готовые все пишут, плюс, готовые. Да. Платформа вниз прыгает куда-то. А вы там через сколько закончите? Мы стоим в ахере. Что делать? 22. Если нас не продлят. А что у тебя и получится? КД? А, да. Хочу тех, кто не пойдет на ОПКМ, сразу же забрать на Халеону, убить его, и все, и дальше пойти на ОПКМ. Ты что, до сих пор сидишь в Халеоне, что ли? Нет, я давно уже распустил. Они не хотят его просто убивать. Понимаешь, я всех расставил вот просто по пунктикам, каждому объяснил персонально, кому что делать. Не хотят. Кончик миников убили. Да, без миников. Есть КД без миников. Сразу. Дэл, а что у тебя агония АУЕ распространяется? Т5, да? Когда Т5 активно. Че, может, не будем их бить или будем? А ты долгонога отдаешь, да? У меня нет долгонога, ты че? Ну, бомж. Как долгонога нет? Вот так вот. Че не убиваешь? Уже бы задонил давно. Да нахуй надо, я еще не донил здесь. Это... Нужно вам... Вы куда побежали? Куда побежали? Одного хотя бы большого надо убивать здесь. Ну вот, который сейчас развернется, уйдет, пускай идет, а этого... Только готовьтесь раньше, смотрите, какой там... Нормально он, нормальный, бей. Ой, там сзади пак стоит. Давай, ты, получается, вот, как называется... Как прок называется теперь? Салам смерти. Саван, точно. Ты его под долгонога, да, нажимаешь? Какого нахуй долгонога? Отъебись. Долорес, у тебя долгоног появился? Перед сном укрывается. Когда у меня долгоног появится, блядь? Я не знаю, там гриб ДПСить начнет на каждом боссе. Хулипал, лутани большого, пожалуйста. Ключевое слово когда? Да. Давайте. Нет, ДК, не пуль. Без команды. Следующего. Это ДК. Да нет. Это раздевака. Ой, вагон. Пропустите это. Это он этим темам агрессивный. Его, который появится. Да, не трогайте, не трогайте. Убери, пожалуйста, ТТМ. Вон нового, грипуй быстрее. Давай этого большого. Акуана, раздавайки. Наехали на бедного раздаваку. Да, раздавака? Не раздавака, а раздевака. Раздевалка. Че, по какой тактике бьем? По обычной. Пока таскает туда-сюда. А че, у нас тактики есть раз, ты что ли? В смысле, мы в ДВ как били. Опять таскает и приносим его в жертву. Купаются? Где же, блин? Нажмите суманинова. Вот плохо, что нет рвения духа, сейчас бы его вытянул оттуда. За шкир. Ребят, 10 минут осталось. У нас ДК слабоватый, так что находите на него ПКД. В смысле, а чё? Тол уже бутанчик, нет? Вот Т5 нету. Давайте. У кого нету Т5? ДК. Чё, кого-то соло не протанчишь? Слышишь, Лага? Там же Кават танчит. Да, кстати. Его не пробивают. Кават и до... скольки там, миллионов стаков, да? Я же говорил, СС на кого-то и приносим в жертву.
на ком? На гидросе, да? Бафайте, бафайте. Конечно, легко теперь трэш держится. Чё, Кават? Босса? Кавату проще. Да-да, Кават. Да, Кават на боссе. Секунду, дека тактика изменилась. Тогда, если я на боссе, будет появляться трэш один раз, когда я буду переводить вот с того места, где он сейчас стоит. Слева и справа по два моба. Войт, ты с какой стороны будешь ловить? Слева или справа? Знаешь, ДК, ты двух справа ловишь, наагриваешь и подводишь к это, ну, под босса, чтобы под АУЕ их залить. Рэндж. Желательно всем перейти на ту сторону, куда будут переводить. Давай на первом 5 стаков, на втором можешь побольше. Ну, я помню. Это сейчас третий будет? Да. Вот третий. Это четвертый. А вот это пятый. Перебегайте. Стопните. Трэш, дайте собрать танком только, не уебитесь. Под босса трэш заведите, пожалуйста. По боссу играем, да? Да, по боссу. Кливаем трэш, у нас кливер слепать. Сколько держать бошкова? До убийства. Или ревностного. Окей, ну на ТСС еще. Ты же каплю сможешь дать кого? Там вот это. А вот это вряд. Кина кидается на людей. На подстаковые могут убить. Если что, ключи и крылья кину. Ты сам видишь, Дима, вот это местностная кина. Если что, в кого-нибудь рывок сделаю. Гидра. Вот на Шамагола. Шамагола хильте сейчас, хорошо. Как ты дал? Хильте его, оверхильте. Вот на 500. А чё с ним? Нефти накидается. И чё? Ой, да ничего. Надо маску. Вот смотри сейчас. Ревностно. Чё, может переведёшь? Да, перевожу. Да. Перебегите. Стопните пока, стопните. Ай-дай-дай-дай. Маковато на будет. Да нормально, всего 500%. Чё, трэш уже можно быть? Полностью по боссу. По боссу? Какой трэш? Ну я просто массово бью по боссу и по трэшу. А, ну можно, можно, да. Дай Сарю по грибу, он сорвет сейчас. Нормально.
что крип такого сделал, то что он чуть не сломал. Корень! Корень! Я выше по приору. Все, погнали, Вашу, быстренько убьем. Матиола заберет вроде сейчас. Восполнение маны. Друлю. Ну, на всех хилов быстрее. Лёх, есть время на Вайшу или Лока? Уже Лока. Все, дайте порт. Очко. Вон, чекай, Мозер. Хорош. Прикурбуй. Вот Лэлбри... видишь, сейчас не на лям перегнал. Вага, у Элбрила есть. Да, как это. 5 минут перекуров есть. Ну чего, ГЦ? Тыкните птичку на око и перекур делай. То, что у нас с духом, это фигня. Вот сколько она отхиливает и абсорбит это трение, это уже другой вопрос.